Даш, скажи, ответь на такой вопрос. Джиу-джитсу работает для женской самообороны? Я бы сказала, возможно, с коричневого пояса. Соревновательного коричневого пояса. Но я так считаю. И с какого веса? Ты знаешь, мне кажется, возможно, что сотки можно из пурпура, наверное. А так, смотря против кого, понимаешь? Если поставить двоих мужиков, то там и один мужик не справится. А если какой-нибудь пьяненький красавчик маленький? Может, повезет. Красавчик маленький, пьяненький. Может, повезет и попадется красавчик. Тогда можно не бороться, можно не сопротивляться. То есть любишь маленьких красавчиков? Да я всяких красавчиков. Мяненький мужчина, да ты вроде так это, еще можешь на трезвого рассчитывать. Спасибо, я сочту это как комплимент. Первый ковер готовится на зала Андрей.